И всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня мы с вами будем играть в игрушку под названием It's Not About The End, что в переводе означает, если я неправильно сейчас переведу, поправьте меня, это не о конце. То есть, или может быть это не конец, я не знаю, как-то примерно такой дословный перевод. Давайте включим все полностью на ультра, как говорится, и понесемся. Language English, либо португальский, либо английский только нам предлагается, поэтому я предпочту выбрать английский. Ну, в нем я разбираюсь побольше. Итак, ну что ж, друзья, Play. Игра, кто не знает, я ее купил в Steam, где-то примерно, по-моему, за месяц, буквально на данном мгновении. Да, я всегда преследовал веру, что день никогда не вернется, но я помню, прошлое было inevitable. Люди приехали из другой жизни, некоторые мы нашли депортированы были по просто жизнь. Ладно. Понятно. Так, мы начинаем с лавочки, с этой, с остановки. На самом деле, игра, друзья мои, очень какой-то грустная история о любви. Поэтому готовьте платочки. Готовьте возрыдать. Здесь не будет ничего стрёмного. Я вас сразу спешу, может быть, обрадовать, может быть, огорчить кого-то. Если это не хоррор, это не ужастик. А задание у нас с вами сейчас, по-моему, должно быть, может быть, написано. Или было уже, может быть, я уже не заметил просто. Найти машину надо и починить. Видишь, написано, не курить на заправке. А, игра проходит буквально в два счета. История какой-то любви, о каком-то детстве, по-моему, воспоминаний нашего главного персонажа. Насколько я помню, даже тень видна, смотри, какой. Такой пацанчик. Радио. О, set the mood, смотри, написано. Мне, даже мне достижение дали, можно переключить радио. У нас будет другая музыка играть. Фонари. А, наш персонаж даже умеет бегать, представляешь? Здесь мы сами находим машину. Да. И установить часть. Найдите часть от машины на карте и установите. There she is. Да, это она. That's my old gasoline. Гасолин, бензин. Вернуться, я помню, где я ездил на машине первое время. Я оставил нравится мир не бочки и никогда не остановлюсь улыбаться. И что-то там еще. Ладно. Пусть будет так, как ты глаголишь, пацан. Не знаю, можно было, конечно, русскую версию поставить, наверное, для этой игры. Но я этого не сделал. По крайней мере, я не искал русификатора. Но, как бы, я знаю, что эта история, так, свечи от приоры, от заниженной. Или, может быть, слабительные свечи, я уж не знаю. Толканы, одноразовые, био. Так, а как мне, погоди. А, 1/4 мы нашли, газолин, бензин, одно колесо. Я не понимаю вообще, кто додумал, а, аккумулятор один еще. Надо найти, я не понимаю, кто додумался вообще разобрать машину. Наверное, вот это вот для меня является странным. Не, давай включим вот. Такая музыка на расслабоне играющая, она, конечно... С одной стороны успокаивает, а с другой стороны как будто... Какая-то безнадежность. Нет, я чувствую, мне явно понадобится платок. Потому что для меня, ребята, все, что связано с романтикой, это тяжелая тема. Кто не знает. Да, я такой парень. Весьма интересный. Что для меня романтика дается тяжело. Помню, когда-то я смотрел в детстве, в молодости. Аниме смотрел. И про любовь любил смотреть, в общем. Аниме я. Очень. Где там про чувства было, про еще что-то такое. О, у него, смотри, какие часы крутые на руках. Ух ты. Как-то еще ноги даже можно видеть. Крайзис отдыхает, ребята. Колесо. Ну, колесо-то от нас явно далеко не спрячется. Ладно. Самое главное, просто вовремя уложиться нам с вами. Электрический какой-то модуль найти еще надо. Кстати, одна из немногих игр, где мне не приходится особо кого-то перекрикивать. Может быть, не вообще надо будет. Я, может быть, еще даже ближе прям к рту подойду, двину свой микрофон. И вообще все будет супер.
Да-да, ребята. Просто пододвину микрофон поближе, и вообще будет класс. Дайте мне, пожалуйста, колесо. В размере одной штуки. А вот, собственно, походу и оно. Уилл. Уилсон! Уилсон! Прости, Уилсон! Помнит приколюху? Ну вот оно же! Мне музыка спокойна, ребят, но мне дается тяжело. Все равно я чувствую, мне придется готовить платок. Потому что в этой игре попахивает унылостью. Но я все-таки решил сыграть, думаю, ну что бы не поиграть, не посмотреть, что это такое. И о чем все это вообще? Ящики пустые, полупустые. С проросшими цветками внутри. Гидранты. Так. Ну давайте. А, ну это неправильные колеса. Давай, вот. Повеселее музыку, давайте там Баскова или еще кого-нибудь. Включайте своего там Валерия Меладзе там, я не знаю. Но я буду с тобой или буду один. Тан-тара-та-та-та-ра-та и карантин. Тан-тара-та-та и коронавирус. Да-дай. Да-да, ну как там пелось? Я не помню. Дайте мне хоть что-нибудь. Вот он, модуль электрический. А, ну установлено типа 2. Ну все, я понял. Окей, ладно. Вот просто вопрос, как бы, в чем прикол, куда нам бегать по всей карте? Ладно. Нырять. Нырять он не хочет, он не умеет плавать. Какая досада. Ладно, пойдем сюда тогда. Один бензин нам нужен с вами. Так, вот, электрический модуль. Я никогда не лучшая установка думал. Молодец. Кролик! Уи! Кролик, подними кролика. Смотри, мы сквозь кролика пройти не можем. Нормас, текстурки хорошечно. Крутые текстурки. Так почему нас не боится? Странно. Эй, кролик, дай тебя погладить. Надеюсь, ты меня не укусишь. Уи! Поскакал. Классно, молодцы, разраб, постарались что. Геймплей, конечно, было чутка пооптимизированнее, было бы поприкольней. Ну ладно. Все равно и так классно. Батарея. Батарея, батарея, тар-та-та-та-та. Так, куда нам надо? Подождите. А мы тут не пройдем. Один аккумулятор осталось найти, один бензин, колесо и еще две. Две свечи. Вообще в общей сумме их получается 6. Нет, не 6, а 8. Мы каждый раз брали по 2. 2 на 4 это 8. Правильно все. Молодцы, считать умеете. Математики, математики. Пойдемте. Друзья, ну на самом деле, реальная история могла бы быть и повеселее. Но мы хоть музон сменили, и то ладно, потому что под такую музыку, ну, ребят. Пойдем посмотрим, наверное, вот сюда. Я честно подозреваю, что сейчас там мы все и найдем. Только как бы аккумулятор, я подозреваю, он не сможет взять просто в одну руку. Ну, то есть. В одну руку и колесо, и аккумулятор, и нести это... Будет несоурядицей. Нам вот сюда. Через поле. Если бы это был хоррор, то можно было бы готовить грязные ляжки. Особенно с вот таким вот приветствием. С такими вот местами, с такими вот рогами. Это точно было похоже на хоррор. Но нам стоит радоваться. Чувство, дом, милый дом, я получил красивые кози. Сегодня что-то, Nordic Explain, микстура, счастливое, хорошее старое время с сенсациями. Но парта в какой-то процессе, я говорю, я счастливый, но все, видать, не так. Сегодня грустный день, бинго, маленькая собачка потерялась. Бабушка сказала, someone... Кто-то может, must, должен иметь взять его, потому что
Мы были всегда в лавне, в фронте дома. Играть с ними маленькая лошадка, Wooden Horse, Wooden лошадка. Я потерял его, он был моим лучшим другом. Как можно... Кто-нибудь может Дарья это? Ну, короче... Короче, у него была маленькая собачка, он ее потерял. Из-за этого он очень сильно грустит. Ну ладно, попей водички. Из-под ржавого кранчика, братан. И успокойся, все у тебя будет хорошо. Когда-нибудь. Может быть. Видишь, это типа воспоминания из его детства, я понимаю, но... Зачем он сюда пришел, непонятно. Туда нас не пускают. Потому что там слишком большое поле, слишком много текстур, которые, по всей видимости, разработчики не прорисовали. Все как всегда. Ладно. На сами деревья проросли. Колодцы. О, это старая фотография, смотри. А там что такое? Жигули стоит, Жигуль. Лада. Красивый дом. А вот, собственно, еще часть одна свечей. Мы с вами нашли. Так. Самое тяжелое, наверное, это найти свечи. Как бы аккумулятор, колесо, оно большое. Здесь у нас с вами была маленькая лошадка, которая тоже куда-то сбежала. Мне страшно представить, что они такие за хозяева, что от них убежала лошадь и маленькая бедная собачка. Из такого состояния они просто их довели. Да, это ужасно. Но не будем отчаиваться, может быть, мы их сами найдем. А может быть и нет. Уж как повезет. Что такое? О, а вот она и маленькая лошадка. Погоди, так это же... Wooden Toy. Wooden, я не помню, как Wooden переводится, но игру... Toy переводится как игрушка. Мы нашли игрушку. Непонятно, правда, зачем она нам нужна. Персонаж у нас, как бы, с вами весьма взрослый. Короче, это игра по типу на... первый поцелуй. У меня было это место, помню, первый съезд. Кажется, другая жизнь. Кажется, другая жизнь, да. Я вам скажу, друзья, первый поцелуй запоминается на долгое время. На очень долгое. Мне 23, я помню. Я помню. Свое детство. Сколько мне тогда было? 15? 8 лет назад. Лучше бы, я понимаю сейчас, лучше бы сохранил поцелуй для одной единственной. Растратил себя слишком много. Из-за чего сейчас приходится также испытывать некоторый дискомфорт в себе. Сохраните себя, друзья, для одной единственной. Но это тяжело. Мне лично уже напряг. У него такая ностальгия, а я прям вообще... Ох! Прям как будто про меня, только у него машина есть, а у меня нету. Тяжело и вправду, друзья. Ностальгия это здорово, но это с другой стороны также и тяжело. Туда, я думаю, нас не пустят. Да, туда нас и не пускают. Теперь придется дальше все искать вот здесь. Так, нам надо забраться, наверное, на самый верх вышки. Я так подозреваю. Что это такое у меня на голове? Кепка была? О, кепка! А вот это уже сильное заявление, братан. Давай, на вышку залезай. Я тебе сказал. Да ты чё? Ну ладно. Не хочет. Нет, так нет. Да уж, друзья. Не, мне то, что связано с такими ностальгиями, вообще тяжело дается. Здесь даже кого-то похоронили, по всей видимости. А, это бензин. Нет, оказывается, он все-таки может бегать и дальше. Короче, эта игра не для слабонервных. Этот вывод я уже только что сделал.
Идем теперь вот сюда. Идем дальше. Идем дальше. Так. Настоящее футбольное поле какое-то. Это типа школа получается, я правильно понял? Мы же здесь с собой не были. Да, мы не ходили. А вот, собственно, и аккумулятор. А, сначала надо бензин залить. Вообще, если он там есть в канистре. Я же сказал, несколько предметов одновременно таскать у нас не получится. А я думал, это... О-о-о! Знаешь, как будто газировочки в такой прозрачный стаканчик такой большой налил. Так вот оно прям... Хорошечно прям так... Заскрипело. Прям как будто газировочки залил. Хороший звук. Сразу такой, знаешь, такой вкус... Вкус детства или гастрита напоминается. Все, он в руку его не берет. Нет, в руку он его не взял. Здесь стульчики. Нам осталось найти... Как я понял, в принципе... Последнее и предпоследнее колесо. Вот у меня реально вопрос. Кто догадался разобрать машину? До такого состояния. А, может быть, это просто столовка? Я говорю, типа, школа. Лол. А рулюкаю. О, хорош! Да, как она у нас... Только что заморгала. Осталось теперь додумать, ребята, где найти последние детали. Смеркается. Да уж. Слушай, а нельзя здесь какую-нибудь мелодию хотя бы из Fallout включить? Мне так кажется, здесь хорошо туда пойдет. Тут даже знак додумался забить. 88 километр. А прожектора можно включить? Давайте, ребята, да я додумаю, куда, где нам искать дальше последние запчасти, детали, потому что их просто не могу найти. Я их тогда доищу. И мы с вами про... А, вот колесо! Вот оно. Колесо. Все, осталась последняя деталь. Spark plugs. Это у нас с вами свечи. О! Хорош! Только, правда, непонятно, как он все это прикручивал, по всей видимости, своими собственными руками. Силач, однако, силач. Чак Норрис отдыхает. Ищем. Ладно. Самое тяжелое теперь это найти последние свечи, ребята. Можно было бы, конечно, с холодильника достать. Свои. Но они не подойдут сюда, к сожалению. Подожди-ка, а здесь мы были? Вот такое надо было колесо поставить на эту машину. Что это, мустанг вообще, или что это? Полетело бы вообще. Так. И вот что-то у нас здесь с вами еще одно. Письмо в конверте. Never forget. Никогда forget. Forgot. Letter для будущего. Письмо для будущего. Здравствуй. Меня... Я из будущего. Как ты идешь? Сегодня я decided написать тебе об одном счастливом дне в моей жизни. Бабушка последовала поехать на машине. Ух ты, бабуля на машине хотела поехать. Лучшее для все. Он went. Хочет along. Один? Нет. Alone это... И там я должен быть в конце. Он хочет один. Для многих это может казаться чем-то грустным, но я слишком много больше
что просто ездить на старой машине. Начало развлекаться. Персона я люблю очень много, и шейр, и ссылка, крутые моменты. Я, конечно, что, где ты читаешь это снова, твое сердце будет биться быстрее, и ты будешь улыбаться, думая, что прекрасные моменты. Я надеюсь, в один день я смогу жить большими моментами, похожими, наверное, на это. Я изучал хорошие воспоминания Overcome Pain Ball. Всегда быть счастливым моменты, хорошие воспоминания будут делать меня сильнее. Один день, одно время. Короче, хорошие воспоминания делают его сильнее. Мужик. Короче, дело к ночи. Осталось найти последние деталь. Как это сложно. Как искать, просто как будто в стоге сена искать. А я думал, вообще эта игра про любовь там какую-то, типа там девушка какая-то или еще чего-то, я уж не знаю. Так, здесь у нас с вами клумба. Конечно же, здесь обязательно в этой клумбе и не будет свечей, которые мне нужны. Че, мне под каждым деревом теперь искать? Вы прикалываетесь? Ладно, друзья, давайте еще что-нибудь поищем. Походим. Так что не переключайтесь. Очень скоро мы продолжим. Сейчас попробую пройти, друзья, по всей видимости, смотрите. Короче, вот сюда нас за забор не пускают, но вот так, вот здесь, мы с вами можем пройти вот сюда. На самом деле, мы видим пшеничное поле, просто мы его обходим вокруг. Я подозреваю, что именно здесь мы с вами что-то и найдем. Вот сюда нас не пустят, да, дальше, то есть мы сюда не сможем пойти. Но вот сюда мы пойти можем. Вдоль забора. Если, конечно, дойдем. Нет, кажется, дальше нас тоже на большое особо расстояние не пускают. Ага. Кажется, я не прогадал. Хотя нет, прогадал. Нормально. Я надеюсь, мы не провалимся за текстуры. Нас не назовут читером. И все у тебя будет хорошо. А-а. Дальше пройти нельзя, ребята. Нет. Короче. Как все было просто. На этой вот вышке, возле нее, сбоку, с этой стороны слева, вот они лежали. Прикинь. Коллектор! Получено достижение. Как, наверное, перевод означает, я думаю, коллекционер, если правильно понимаю. Коллектор. А, коллектор! Коллектор, нет, коллектор, я понял, о каких коллекторах идет речь. Нет, спасибо, с такими мы ничего иметь общего не будем. Я, по крайней мере, не хочу. Так, идем дальше. Точнее, уже возвращаемся и завершаем, наверное, прохождение нашей игры. Так что на этом все. Всем большое благословение и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте игру ВКонтакте, с друзьям комментируйте. Мне кажется, я отремонтировал свою машину и могу вне приключений, короче, могу типа уехать от приключений. А мы, кажется, еще ездить умеем. Можно я здесь проеду аккуратненько? Давайте Ненфейс! Я знаю, хорошее время никогда не вернется. Будет проблемно никогда не уйти назад. Хорошие воспоминания всегда будут со мной, куда бы ни пошел. Много чего энергичного и какая-то лон-линия, короче, какая-то. Хорошие воспоминания, друзья, это факт, что они никогда от нас не уйдут. Но бывают и плохие воспоминания, бывают хорошие воспоминания, к которым хотелось бы вернуться. Бывают хорошие воспоминания, которые хотелось бы вернуть в нашей жизни. Я думаю, у многих людей они есть, и в частности я не без тех людей. Вот все. Those were the best days of my life. Это были мои лучшие дни моей жизни.
музыка от такого-то, запласта, саунд-эффекты. И специальное спасибо Адриану Таурусу, Кесару, Кесарю. И спасибо, никогда игра без вашей помощи никогда бы не закончилась. То есть, нормально, десятки людей работало над игрой. Прикольно. Так что это все, друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Еще раз ставьте лайки, ставьте в ВКонтакте, с друзьями комментируйте. Такая вот была у нас с вами игра про ностальгию нашего главного персонажа. И на самом деле, что... Да. Довольно весьма тяжело. Особенно на меня всякие определенные моменты из воспоминаний из моих нахлынули. Так что, до новых встреч, ребята. Не знаю, готовить мне платок, нет. Но, вроде держусь, вроде нормально. Ладно. Скоро увидимся, не переключайтесь. И пока-пока, с вами был ваш Юранка, не прощаемся.